Ребят, всем привет! Как всегда, с вами я, Ленар, и магазин Fancy Technology. Сегодня у нас долгожданная посылка и долгожданная распаковка. Распаковка вот такой вот мягкой посылки. Видимо, что невидимо, а я уверен, что, видимо, вакуумная упаковка. Но перед тем, как откроем эту посылку, хочется сказать несколько слов о магазине Fancy Technology. В данный момент магазин Fancy Technology отправляет посылки в страны СНГ, то есть бывшие страны Советского Союза, Россию, Украину, Казахстан и другие, только почты Сингапура. Хочется сказать, данная посылка до меня пришла буквально за 12 дней, если вы можете видеть трек-номер почты Сингапура. Пришла очень быстро, с момента отправки прошло всего лишь 12 дней. Почта Сингапура работает очень быстро, да и в принципе и наша почта, Почта России, в последнее время работает очень стабильно, не хочется сглазить. Заказывал телефон от компании Xiaomi, телефон золотого света. На данный момент этот телефон стоит в нашем магазине $117. А также имеется в наличии темно-серый цвет, который стоит $121. Серебристый $122. Что ж, давайте не буду я вас больше томить информацией. Откроем посылку и посмотрим, что ж мне отправил мистер Эрик Янг. Будем открывать аккуратно. Ну, начали лопаться пузырики там в вакуумной упаковке. Да. Вот такая вот вакуумная упаковка. Эрик использует ее, я им сказал бы, что часто, но использует. В моей практике это вторая такая упаковка вакуумная. Но она считается более надежной. Да, она и легкая, в принципе. Давайте ее тоже уберем. Давайте, вот она, коробочка телефона Redmi 3S. Так, смотрим дальше. Телефон. Характеристики основные, как вы можете видеть. Все тут, в принципе, хорошо видно. Поддержка 4G. 13-мегапиксельная основная камера, 400 батарея. Вот такие вот характеристики. Что ж, в принципе, коробка дошла непомятой. Ну, тут немножко места есть, конечно. Но это, в принципе, ничего страшного в этом нет. Давайте откроем коробочку. Коробочка, как и вся линейка Redmi 3. В принципе, только буковки тут меняются. А коробочки, в принципе, один к одному. Вот и телефон. Вот и телефон. Что ж, что могу первое сказать про этот телефон? Телефон такой же, как и до этого у нас был телефон от компании Xiaomi, который назывался Xiaomi Redmi 3 Pro версия. В принципе, на внешний вид он один к одному. Думаю, он ничем не отличается. Просто отличия у нас появились внутри, в начинке. То есть, это главное отличие. Появился тут процессор Snapdragon 430 с 8-ядерной. И для этого процессора как бы у нас поставлен видеоускоритель Adreno 505. Ну, телефон считается более оптимизированный. Читается. Что ж еще? В отличие от Redmi 3 Pro версии, здесь 2 гигабайта встроенной и 16 гигабайт... Наоборот, извините. 2 гигабайта оперативки и 16 гигабайт встроенной памяти. Вот такой вот телефон. Что ж, давайте его включим.
Этот телефон у нас уже должен идти с глобальной, официальной глобальной мультиязычной прошивкой. Посмотрим, так ли это на самом деле. Вот идет загрузка телефона. Пока телефон пускай грузится, давайте быстренько мы пробежимся по комплектации. Комплектация, как всегда, у нас, как всегда, так, аккуратненько хотелось бы открыть. Как всегда, тут должен быть у нас ключик. Вот таким вот образом, что-то туго все открывается. Так, смотрим. Да, как мы можем видеть, ключ для открытия слота SIM-карт и всевозможная китайская макулатура. Так, это мы все пока складываем. Закрываем коробочку. Дальше смотрим, что у нас. Ну, минимальная комплектация, то есть зарядное устройство фирменное от Xiaomi. Что у нас тут написано? Написано у нас тут, что 5 вольт, 2000 мАч. Ну, такая же стандартная зарядка, как и все, по всей линейке телефонов Xiaomi Redmi 3 и Redmi 3 Pro. Версия точно такая, зарядное устройство идет. Ну, переходничок под нашей розетки, как всегда. Очень-очень туго все заходит. Ну, чтобы было все качественно. И, соответственно, USB кабель. Я его даже открывать не буду. Вот такая вот комплектация. Что ж, думаю, телефон уже у нас включился. Да. Вот такая вот заставочка на телефоне. Давайте его разблокируем. Так, английский язык. Зайдем в настройки. Так, английский язык. Надо ведь нам поставить русский язык. Что у нас тут? Language. Так, идем. English. Language. Languages. Так, вот мы можем видеть, что да, разные всевозможные языки, которые есть: английский, французский, польский, португальский, турецкий, русский, украинский. Ну, вот всякие всевозможные языки, которых я даже не могу сказать про них ничего. Какие это языки. Нам важен самое главное русский язык. Ставим на русский язык. И выходим в главное меню. Что ж. Таким вот образом, как вы можете видеть, все на русском языке. Камеры, галереи, настройки, темы. Play Market имеется уже в базе. Что ж, нету китайского софта никакого. Так, зайдем в настройки, все-таки посмотрим, какой же тут версия. Так, Redmi, имя Redmi. Так, модель Redmi 3S, версия Android 6.0.1. Обновление, уровень обновления для системы, видимо, будет приходить обновление. Так, MIUI Global 7.5, стабильная, 7.5.4.0, MAL, MIDE. Так, процессор 1.4, 2 гигабайта оперативки. Так, автора перевода, юридическая информация. Вот такая вот вся информация пока по данному телефону. Так, еще хотелось бы посмотреть другие области. Так, сим-карты. Так, у нас тут уже, соответственно, нет сим-карт. Еще только доступа. Но, как смотрю, думается, что телефон должен быть уже со 100% переводом на русский язык. Никаких проблем с переводом, я думаю, тут возникать не должно возникнуть. Телефон, думаю, со 100% переводом. Очень нравится. Ну, качество сборки. Про телефон Xiaomi я уже много рассказывал и много говорил в обзорах. Качество отличное, думаю, одна из самых лучших компаний по качеству сборки. Но это у нас фабричные такие
Голограммки можно их, кстати, снять. Давайте-ка снимем. Вот так вот он, телефон еще лучше будет выглядеть. Этот я уже бумажный не буду снимать. Сканер отпечатков пальца. Так, камера основная на 13 мегапикселей. Так, что еще мне зрители мои к моего канала просили? Много спрашивают на наличие базы, часы, диктофон. Многие спрашивают про радио. Вот радиомодуль. Видимо, что есть. Будем проверять радио. Что ж, загрузки. Все остальное. Вот такой вот телефон. Что ж, давайте несколько сделаем фотографий. Приготовил, как всегда, очередную игрушечку моей дочки. Так, попробуем поснимать. Ну, а тут камера досталась уж от... Так, что у нас? Я не туда нажимаю. Досталось, конечно, от Redmi 3. Так, наоборот, включить. Что-то темновато, конечно. Даже можно его вот так вот положить, думаю, и снять. Что у нас тут получается? Так, немножко смазанный получился рисуночек. Ну, камера такая уже. 13-мегапиксельная. Сейчас уже этой камере у нас уже никого не удивить. Это уже, можно сказать, уже стабильно все. Ну, в принципе, вот неплохой. Неплохого качества получилось твой рисуночек. Что ж, будем его тестировать, в принципе. Давайте, что еще можно снять? Какой-нибудь мелкий шрифт. Давайте попробуем поснимать. По рисунок. Так, поможет нам игрушечка. Так, макросъемка. Так, вот таким вот образом. Так, что ж. И шрифт он, в принципе, снимает неплохо. Ну, что-то темновато вышло. Так, первый у нас, видимо, из недостатка света. Вот таким вот образом. Или у нас яркость не так стоит в телефоне. Так, насчет яркости. Да, яркость у нас совсем маленькая, оказывается. Так, вернемся к тем же фотографиям. Вот. Вот теперь уже другой. Совсем по-другому все. Так. Такая же камера, как и Redmi 3, Redmi 3 Pro. Отличная камера. Что ж, вот такой вот телефон. Будем его тестировать. Будем тестировать, соответственно, сканер отпечатков пальцев, как он себя ведет. Что ж, остальные все фишки данного телефона, думаю, что я покажу в основном обзоре. Что ж, покупая данный телефон Xiaomi Redmi 3S за $117, за, грубо говоря, за 7800 рублей мы получаем современный, бюджетный и, самое главное, качественный телефон. Что ж, давайте на этом, думаю, что можно уже закругляться. У кого возникли вопросы по данному телефону, пишите мне в личку или в группе, в нашей группе ВКонтакте. Многим я уже помог и помогаю по мере, конечно, своих возможностей. Что ж, кому интересен наш канал, подписывайтесь на наш канал. Буду, конечно, всем с моим подписчикам помогать тоже, соответственно, при выборе, при консультации, при консультациях по телефонам. Что ж, давайте на этом все. Всем пока-пока и до новых встреч!